Абсурдная, смешная и крональная история. Гомельский молодежный театр сегодня представит премьеру спектакля «Братишки Bad Boys» по пьесе Рэя и Майкла Куни. Режиссер спектакля Владимир Петрович вызначает жанр постановки как английскую черную комедию. Герои Том и Линда – звычайная семейная пара из Лондона. Может, жонка хочет простого человеческого счастья, а их родные самых добрых помкнений спробуют поскорить приход этого счастья. Однако от их допомоги голова иди кругом. Переодоление неимоверных по своей недоречности ситуации, пошуки выходу с тупикового становища с вынаходливостью. Усё гэта чакая героев. До речи, творы под авторством Куни – одни из самых комедийных у сучасным театральным свете. Сюжет интересен тем, что, во-первых, его написал Куни. Еще интересен он тем, что он написал в сотворчестве со своим сыном. Это очень редко, потому что это единственная пьеса, где они авторами выступают вдвоем. Как все пьесы Куни, это комедия положений, то есть это все очень в быстром темпе, быстро события происходят, их много, они на квадратный такой метр-сантиметр, а их по три, по четыре события, это все нужно разруливать, естественно, главному герою, чем он и занимается на протяжении всего спектакля. Премьерные показы спектакля пройдут у этой выходные, а так само 16 и 24 листопада.